12 сентября. Ну, он фартик за вторым куском вернулся рыбы. А? Фартик, он прошаренный такой, всегда в авангарде. Белая грудка, белый животик. Он это первый появился, его подкинула кошка Муся. Он грудь меньше всех сосал. Пропустил немножко начальный момент. Все, наелись. Они сегодня в 3 часа 15 минут покушали. Все, идут к Вове там прям вообще. От Вовы не отходят сразу все. По очереди их надо погладить каждого, да? По очереди надо погладить каждого. Вот, Вова внимание уделяет им хорошо. Вот он, фартик у него. Белая грудка и белая пузико. Так, все. Черный был такой, стороной держался. В смысле, ко мне не шел. Тоже сейчас бежит. Вообще молодец. О, а что-то у вас уже четверо черных. Трое, тига, это соседский. Ну вот соседский тоже. Собутыльник пришел. А? Красавчик. А ты что стесняешься? А? Сейчас соседский съест твою пайку. Ну-ка пойдем. То-то я и нарубил больше, чем надо кусков. Ну, угостим, угостим. И соседского угостим. Давай. И соседского угостим. Давай, бери свой кусок. А то фарт уже два куска утащил. Давай. 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 Давай, выбирай кусок. Красавчик. Наелись. Сегодня с 3 часов ночи. Уже шкуроходят. Ну все. Он на мясо не бросается. Да? Песня про котов. Вот он, фартик. Вот соседский покрупнее пришел. Ну ладно, угостим. И соседского. Да? Черный точит свой кусок первый. О, красоту наводят. Ну возьми, 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 возьми. Можно, можно, можно. Давай. Давай. Вот они. Вот они. Так, фартик. Третий кусок. Ну-ка, что будет делать? Ну молодцы, живите дружно. Вон красавчик пошел гулять по крышам. Вот коты, молодцы. Ну все, разберетесь. Играются уже. Наелись сухого корма с 3 часов 15 минут. Вон они, коты настоящие по забору. Как театр Юрия Куклачева. Да? Доброе утро, 12 сентября. Фартик третий кусок попер уже. Молодец, 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 молодец. Все обнюхали. Коты сытые. Не так, что какой попало кусок схватил и побежал. Не, с чувством, с толком, с расстановкой. Нормально все, дружненько живут, молодцы. Ну все, с добрым утром, у нас все хорошо. Ладно, разберутся. У нас все хорошо, смотрите YouTube канал. Сегодня у меня днюха, день рождения. Ну, что-нибудь поработаю, поработаю. Надо что-то делать, потому что дел очень много после потопа дел. И то надо, и то надо, и надо, и то надо. Надо просто что-то брать и делать. Делать, 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 делать. До зимы времени мало осталось, поэтому без разницы. Там хоть заваленку разбирать, хоть пластиковое окно менять. Сегодня пушку привезут еще, наверное, ребята с МЧС 7-го отряда. 32-я пожарно-спасательная часть. Вот, в погребы надо лезть, там все, смотреть, где стойки попадали, которые полы держат. Вот. Штукатурить надо, от грибка обрабатывать стены, штукатурку оббивать, которая отошла. Вот. Так что дел очень много. Надо вещи из зала в спальню переносить, готовить под ремонт комнату, кухню.
Вот, так что все нормально. Будем жить, поживать, добро наживать. Вот. Все нормально. Работаем. Больше видео на YouTube-канале Владимир Стороженко.